Сбор и вывоз отходов в Одинцовском округе давно отлажен. Почему люди упорно создают свалки, остается загадкой. Рейды по несанкционированному сбросу мусора проходят регулярно и каждый раз попадаются нарушители. Трава, спиленные ветви деревьев, покрышки, мебель или строймусор, куча самого разного негабарита появляются в самых неожиданных местах. Эти ребята без зазрения совести выбросили на обочину целую машину досок. Какая разница, кто их теперь вывезет? А на улице Советской в теруправлении Жаворонковская ситуация дошла до абсурда. «Я не я, машина не моя», – уверяли залетные гости. Почему вы что высыпали? Место есть. Он это кто? Рабочие привезли и высыпали груду мусора напротив одного из домов. На все вопросы отвечали «грунт на участок». Хозяйка участка удивилась, она ничего не заказывала. Чья в итоге эта непонятная куча, неизвестно. Разберутся, обязательно накажут. Рейды в Одинцовском округе продолжатся до тех пор, пока ситуация не изменится в корне. Елена Морозова, телекомпания «Одинцова».